Первая партия жильцов новых домов на Манежной получила квартиры в конце декабря 2013 года. В торжественной обстановке ключи вручали чиновники, а счастливых новоселов звучали слова благодарности. Отлично. Уютно. Уютно. Уютно, все красиво сделано, и ремонт, все уже заезжает, только мебель поставь и живи, вот это вот радует. Самое основное, где у меня сильно отсыревала часть, и где я даже оттереть не могла. Первое впечатление уюта и красоты оказалось обманчивым. В первую же зиму в квартире у жильцов поселилась плесень, а выселять ее никто не стал. Или с ЖЭУ, или с рембурс-компанией. Они сказали, типа, ну, конечно, у вас, типа, кровати вы неправильно поставили. Стена должна быть, говорит, свободная, поэтому у вас как бы здесь и не дышит, ничего получается. Выходит, мебель не по фэншую, причина ежегодного обледенения окон. Но вот площадка во дворе явно человеческая халатность. К примеру, песочница, вернее, то, что в ней находится. Это что песок? Осталось, и вы спрыгнули. Песок сюда. Детский желтый должен быть, который во всех дворах приличных, а не вот здесь такой белый. Что? Это бетон, из него бетон делают. Лепить куличики из такого песка местные хотели заставить коммунальщиков, но те не приехали. Отказались кататься и на сломанных качелях, и на вот этих каруселях. Одну совсем сломали, а уже выкинули ее. И это вот сломанные тоже. На днях были ЖКО, вот так подняли, посмотрели, что там, опустили и пошли дальше прямо. Они говорят, это все, все ваши жители это делают, а они, мы тут ни при чем. Но местные недоумевают, зачем они будут ломать качели в собственном дворе. Здесь же играют дети днем, а по вечерам здесь собираются пьяные компании со всего маяка, которые, видимо, и испортили единственную приличную площадку во всей окрестности. Но специалисты управляющей компании, напротив, заявляют, они не отказываются чинить карусели и в настоящий момент занимаются именно этим. А вот что касается самого дома, нарушения при строительстве действительно были. Специалистами компании составлен акт о некачественном выполнении работ застройщикам. Он будет передан собственникам жилого дома, и им же будет разъяснено, что они могут обратиться к застройщику с требованиями устранить выявленные недостатки в период действия гарантийного срока. Другими словами, новые дома на гарантии. Это значит, в течение 5 лет застройщик обязан устранять там любые недочеты и нарушения совершенно бесплатно. А жителям достаточно лишь написать так называемое претензионное письмо. И коммунальщики даже готовы помочь его составить. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев, «Наше время».